Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре матчевое удилище от компании Сабанеев, импрессия матч. Удилище выпускается в двух длинах, 390 и 420 сантиметров. Тест 5,25 грамм, строй бланка прогрессивный, очень посылистый, вяжущий. Действительно, удилище абсолютно универсально, то есть на них можно ловить и мелкую рыбу, и вплоть до карпа рыбхозного, и они способны выдержать практически любую рыбу, да, естественно, при должном умении рыболова. Бланк изготовлен из карбона, никакого стекла здесь нет, порядка 30-36 тонн. Катушка-держатель с нижней гайкой, это максимально надежный катушка-держатель, которым можно быть, то есть никогда проблем никаких с ним не бывает. Дальше идет пробка, и обратите внимание, что в критических местах, в критичных, если как хотите, здесь установлен рабр, это торцевая часть, то есть рабр, как известно, максимальный неприхотливый материал, это пробка с резиной, которая не впитывает воду, которая очень долговечен, там может у вас 10 лет с ним ничего не быть. Поэтому вот в таких местах нагрузок, местах, где может быть какие-то потертости, поломки и тому подобное, мы поставили рабр, то есть это торцевая часть, повторюсь. И вот два места, это верхняя часть форогриппа и, соответственно, нижняя часть, где вход катушка-держателя стыкуется с рукоятью. Как раз здесь часто бывает влага от рук рыболова, поэтому здесь рабр, он никогда у вас не разбухнет от влаги. Но единственное, что снимайте, конечно, саму пленочку, когда купите это удилище. По кольцам это средний вынос колец, то есть у вас матчевые кольца, облегченные, легкие, то есть это средний вынос, то есть колечко стоит не высоко и не слишком прижато к бланку, для того, чтобы был максимальный хороший сход лески, чтобы максимальная дальнобойность была, но в то же время, чтобы леска это не парусила, не прилипала к бланку, когда влажная погода, туман, роса и так далее. 390 вес 258 грамм, 420 275 грамм, транспортная с 390 137 и 420 148 сантиметров. И вот многие просят померить от центра катушка-держатель до торцевой части, это 50 сантиметров здесь ровно. Обратите внимание еще на тюльпанчик, то есть он здесь стоит противозахлестный тюльпанчик, сюда будет, если даже зацеп лески произойдет, он будет сбрасываться и не поломает вам вот эту вот верхнюю секцию тюльпана. В свете последнего подорожания всех товаров на рыболовном рынке России импрессия матч обрела вторую жизнь, что называется, люди их активно покупают сейчас, чуть ли не каждый день. Мы отдаем их по несколько штук, потому что действительно по сочетанию характеристик, качеств, возможностей, это действительно, я не замахнусь сказать на лидер, наверное, с моей точки зрения, один из лидеров, и даже, может быть, и лидер. Первое – это универсальность, второе – это низкая цена, третье – это возможность получить бесплатно две запчасти в год, кто у нас покупает в магазине «Мультифиш» эти удилища, то есть в период действия такой акции вы имеете право получить две запчасти в год бесплатно, никто такой поддержки не оказывает. В третий момент это фактическая каска, вы получаете бессрочную гарантию на заводской брак на все удилища, купленные у нас в Мультифиш магазине, и в том числе на Сабанеев тоже. Помимо этого, удилище действительно универсально, достаточно оно приятно лежит в руке, имеет неплохой баланс. Давайте теперь разложим и посмотрим строй. Итак, друзья, вот смотрите, 390 у меня в руках. Вот такой приятный строй. За эту цену удилище одно из лучших. Давайте нагружаем. Сразу скажу, фактическая длина соответствует заявленной. Вот смотрите, отличный отрабатывающий бланк. И посылистый, и в то же время вяжущий. Плюс тест 5,25 у вас дает возможность практически любую рыбку ловить. Ну вот 420-е. То же самое, смотрите. Очень посылистая палка, отлично бросает. По строю все то же самое.
Итак, друзья, я думаю, многие выберут для себя такую мочевку, потому что, действительно, посмотрите по ссылке внизу видео, какая цена низкая на них сейчас. И действительно, я думаю, что ну, большинство, как и сейчас уже есть, большинство их покупает, и они являются одними из лучших мочевок на рынке на сегодняшний день вот в этой ценовой категории. Вот у меня к вам большая просьба, под видео посмотрите вот такой пальчик вверх, нажмите на него, нажмите кнопочку подписаться, для вас ничего от этого, что называется, это не стоит, как благодарность мне, для меня это очень важно, для продвижения моих роликов это крайне важно. Всего вам доброго, до новых встреч!